Всем привет! Хочу вам рассказать о том, что произошло дальше с фермой, с которой вырезали, моей фермой, на которой учудили беспредел ребятам. Вчера я был начальником милиции, думал снимать видео, вот вам не снимать. Потом все-таки решил, что, наверное, надо снимать, пускай выйдет на общее обозрение, потому что, ну блин, а уже даже я не знаю просто, что творится вообще с нашими законами и как это вообще работает. До начальника милиции меня опросил следователь, якобы он знаком с этим делом, говорит мне, что уголовное дело завести невозможно, мол, якобы не было факта преступления. Я говорю, как это не было, я споймал людей с поличным, которые резали металл. Ну, все-таки я настоял, чтобы меня провели к начальнику, потому что не хотели там, говорят, что ну, всякое говорили. Я говорю, ведите к начальнику, я хочу непосредственно с ним разговаривать. Ну, меня подняли на этаж, я зашел, нормальный вроде бы начальник, адекватный человек. Я ему разъяснил всю ситуацию в плане, как оно было на самом деле. Получается, что в этом деле, по бумагам, у злодеев якобы не было умысла хищения. Возьмем человек А. Говорит человеку Б, что я купил там ферму. То есть я купил ферму, там комплекс, свинарник. Я купил две фермы, вообще там, наверное, 6 ферм. И еще часть ферм купил другой человек. Ну и тот человек, который купил ферму, говорит: можешь вырезать на человека мой металл. Тот как бы соглашается и начинает резать металл, начинает резать с моей фермы, якобы он перепутал. Но тот человек, который резал, он прекрасно знал, что есть моя ферма, он не знал, какая, возможно. Здесь вопросов нет. Но что моя ферма там есть, он знал, потому что за 3 недели до этого он меня встретил на заправке и говорит, что типа, блядь, что там ферму купил. Я говорю, да, купил, типа я там купил ресторан. Райповский туда-сюда, как бы, ну, начался вот разговор, мне некогда было, я с семьей, я говорю, все, пока, давай, нет времени. Этого человека я знаю. Приезжаю через 3 недели, он режет мой металл. То есть я вызвал милицию, там, в предыдущих видео, кто следил, тот будет в курсе. Кто нет, посмотрите видос. Короче, по факту сказали, что у них не было умысла, то есть заводить уголовное дело как бы отказали. Сказали, что будем через административное. То есть через суд делать запрос, там судиться, адвокатов нанимать, короче, бля, это целая волокита. Я говорю, да как так, вот расскажите мне, то есть почему так вот? Мне как объяснили, то есть если человек идет пьяный, ударяется об машину и портит имущество, это получается административное право наказания. Если ты идешь и вот просто начинаешь бить машину, не пьяный, там не упал, к примеру, просто бить машину, ты хулиганка, то есть у тебя получается другая статья. Так якобы и здесь. Если бы приехали воровать металл, это было бы кража. Получается, как я их спугнул с незаконченным действием. Так получается, как с их слов, со слов преступников этих, они думали, что это, грубо говоря, ферма человека X. Но оказалась моя. То есть умысла кражи не было. Хорошо, говорю. Прошло 1,5 месяца. Почему ни одна ферма больше не вырезана? Если так людям надо было этот металл в других фермах, которые не мои, почему их не резали? До сих пор они не вырезаны. Стоят, то есть с металлом открытые фермы нет. А здесь еще ситуация, предыстория была, что человек, который покупал со мной ферму, он хотел купить весь комплекс. Но так сложилось, что я ему не дал. Он хотел там под что-то покупать. И всячески, он еще помимо покупки этих ферм, он еще риэлтор, занимается там, сажает на договора людей. То есть, ну, блин, там целый процесс, короче. Здесь просто, бля, ну, как мафия, как, грубо говоря, 90-е годы. И я так понимаю, что он решил руками этих людей, которые вырезали, уничтожить мою ферму. Как бы убрать, бля, не знаю, может, мою ферму таким вот образом, чтобы как-то, понятно, что ферму разрушили, как ее восстановить, там надо
десятки тысяч долларов, чтобы ее поднять. Ну, допустим, даже в то состояние, которое было. Может, кто сталкивался с этим, либо есть какой-то юрист, который будет смотреть это видео. Если не трудно, может, подскажете, что мне делать. Потому что, как я думаю, мне сейчас придет с милиции, ну, бумага, мол, какая-то бумага о завершении там или о чем-то с подписью нашего начальника милиции. Я буду обращаться, скорее всего, в прокуратуру и далее в Минское УВД. На, чтобы они рассматривали, потому что как-то я к этому как-то бред. То есть получается как? Я говорю своему товарищу, вот иди в моей машине, в красной он стоит, там на улице за двором, сними колеса. Он идет и снимает. Но не в моей машине, а в другой красной. То есть получается, что, бля, это не хищение. Так таких можно, бля, примеров сделать миллиард. Миллиард, когда злоумышленники могут вот этим законом сзади его приклеить, как бы, и спрыгивать с преступлений. Ну, как-то так, блин, тоже мне это непонятно. То есть, ну, наверное, вот так и надо, неизвестно.